Здравствуйте, уважаемые телезрители! И снова мы встречаемся с вами в студии кулинарной школы. С вами сегодня я, Ума Хайбулаевна. Что же мы сегодня готовим? Очень быстрый завтрак. Но, конечно, это не значит, что только на завтрак можно это блюдо есть. Его можно и на обед, и на ужин. Продукты нам предоставил для сегодняшней передачи супермаркет «Гурмания», где можно приобрести все необходимое каждый день, утром, в обед и вечером. А студия, где мы сегодня проводим очередной урок, это салон белорусской кухни «Тимбер». Приступаем. Нам понадобилось овощи, которые мы сегодня видим на столе. Хотелось бы показать вам запеченное блюдо. С чего же мы начнем? Ну, начнем с грибов. Грибы, осенние грибы, шампиньоны. Они сегодня крупненькие, поэтому мы можем их поделить на 4 части. Давайте включим варочную панель и поставим разогревать сковородочку. Сначала мы обжариваем, естественно, не грибы, а куриное филе. Сейчас мы поставим сковородочку или сотейник. Ну, вот такой вот нам подойдет. Пока разогревается, подготовим продукты. Берем куриное филе. Вот обратите внимание, если наша сковорода разогрета, мы нарезали кубиком. Не будем пока доводить до вкуса. Почему? Потому что соль вытягивает влагу при обжаривании. Поэтому мы сначала разогреем масло слегка, совсем немного налили и обжариваем. Вот, видите, как разогрето. Давайте я вам покажу. Вот слегка карамельный оттенок. Видите? Вот сейчас мы можем добавить наши грибочки. Дальше нам понадобятся овощи. Овощи в сотейник мы не добавляем. Мы добавляем порционную сковороду. Вот такие кусочки. Помидорчик. Теперь мы берем специи. Это что? Это соль. Я посолила соль. Дальше. Красный перец. Да, курица любит красный перец. Посолила. Вот. Можете даже немного паприку добавить. Хотите острее, еще добавьте перца. Пока мы готовим блюдо, мы включим духовку. Давайте включим сразу духовку. Мы сначала, как я уже сказала, натрем сыр. Так, готово. Теперь, что мы делаем? Как я уже сказала, мы берем наш противень, выкладываем вот на этот. Но сначала мы должны что сделать? Заправить сливочным соусом. Так, обратите внимание, вот я полила соусом. Где моя салфеточка? Так. И даже могу не перемешивать. Доведем только до кипения. Когда мы добавляем сливочный соус, мы не можем его кипятить. Почему? Потому что, во-первых, он может свернуться. Консистенция хорошая, но если у вас сливки не той жирности, которой нам нужны, вы можете загустить соус либо пассированной мукой, либо немного сыром. Вот сегодня я слегка сыром хочу загустить его. И вам покажу сейчас, какой у нас красивый цвет и какая консистенция соуса. Соус должен быть консистенции жидкой сметаны. Как это проверить? Я беру на ложечку. Вот, обратите внимание. Я думаю, вы обратили, что соус жидкой консистенции. И я считаю, он готов. Единственное, нужно прогреть овощи. Теперь в конце, в самом конце мы добавляем нарезанные помидоры. И теперь я закладываю сюда. Конечно, оно должно быть не до краев. Вот, посмотрите, какой у нас даже осадок какой красивый. Вот, поправили. Перенесем все это к нам на стол, чтобы видно было всем. Вот, берем тертый сыр и сверху засыпаем. И теперь что мы делаем? Направляем в духовку. Около 20 минут
даже 20 много. Где-то 17-18 минут до расплавления сыра и при температуре 190 градусов. Если напряжение хорошее, 190, если послабее, можно 200 градусов. Ну что же, направляем теперь духовку и ждем, готовим для подачи наши блюда. Ну что же, уважаемые телезрители, наше блюдо готово. Подумаем, как подать. То, что запекаются в порционной сковороде, оно подается в нем. Так что мы не будем перекладывать тарелку. Наше блюдо готово. И хочу еще раз сказать, что все продукты, которые мы сегодня использовали, нам предоставил супермаркет «Гурмания». Всего вам хорошего и приятного аппетита!